Казанский «Синтез» выиграл Суперкубок страны. Сегодня ватерполистов в Кремле чествовал президент Рустам Миниханов. Игроков, тренеров и административный штаб клуба наградили почетными званиями. В эту субботу «Синтез» будет сражаться уже за бронзу российского чемпионата. Дома в казанском поселке Сосновка не будут сносить из-за строительства автомагистрали. Об этом сегодня сообщили разработчики нового генплана столицы. Что касается Больших Клыков и Карьера, там несколько частных домов все-таки придется снести. Изменят свою прописку и пороховой завод. Снизить с 1 июля акцизы на бензин и дизельное топливо. Такое поручение получил Минфин России от правительства. Акцизы за тонну бензина планируется уменьшить на 3000 рублей, на дизель – на 2000. Такие меры помогут сдержать рост цен на топливо.